Привет, друзья и подписчики канала. Сегодня у нас опять винтовки Вераух, но более интересная модель. О ней мы не рассказывали ранее в обзорах. Это Вераух HW98. Она не продолжительность серии 97-й, 77-й. Она имеет взвод посредством переламывания ствола. То есть не подствольник, как у других моделей Верауха, а именно с перелом. Винтовка тоже позиционируется как спортивная. Мы не видим здесь открытых прицельных приспособлений, то есть она подразумевает установку оптики на выгравированную сверху планку ласточкин хвост, выгравированную, не приваренную, не привинченную болтами, а она прямо идет на ствольной коробке. Это обеспечивает идеальную соосность и, соответственно, качество стрельбы на 5 с плюсом. Вот. Почему она еще спортивная? То есть здесь регулируемая щека, регулируемый затыльник. Это нет больше ни одной модели, особенно с подствольным взводом. Винтовка достаточно компактная, ствол у нее не короткий, то есть 410 мм. Ну и сама, в принципе, она достаточно длинная винтовка, но не, как принято говорить, весло, вроде 350 Диана и старших моделей Вераухов с газовой пружиной. Какие еще ее особенности? Значит, регулируемый спуск рекорд, ну, он стал уже классическим для всех винтовок Вераух, то есть по нему нареканий никаких нет, он просто идеален, конкурирует с Т-06 Диановским, который выпустили последние там пару-тройку лет. Вот. Ну и, собственно, что о ней еще можно сказать? Винтовка как бы должна по-хорошему выдавать около 260-270 метров в секунду адекватными пулями, но поскольку для России у нас идет F-очка, то есть ослабленная, мы можем стрельнуть в хронограф и посмотреть, сколько с ослабленной пулей у вас получится, в общем, выдать метров в секунду. Берем винтовку, пойдем стрелять. Ну, сейчас будем стрелять из HW98. Заряжаем переламыванием ствола. Очень легко, кстати, заряжается, но это, скорее всего, еще из-за того, что пружина с буковкой F, и, увы, вряд ли она сейчас... А, забыл отметить. Автоматический предохранитель. После того, как зарядили, стрелять не можем. Отводим, производим выстрел. 137,9 метров в секунду. Вот такую скорость HW покажет вам с ослабленной пружиной. Обязательно посмотрите другие наши видео о винтовках Вераух. Работники нашего магазина считают, что эти винтовки одни из лучших. Вот. Ну и чтобы приобрести, узнать нее цену, переходите по ссылке и подписывайтесь на канал Охотника.нет.